Привет вас, друзья! Добро пожаловать в Apex. Не успела у нас игра выйти, она вышла всего неделю назад, так у нас уже появилась дорожная карта. Об этом мы сейчас подробно поговорим. Помимо этого, у нас появились слухи о том, что у нас будут разные режимы игры. Это достаточно интересно. Сезон будет разделен на 3 месяца. Соответственно, в году будет 4 сезона. Первый сезон у нас стартует уже скоро, в марте. Те, кто купит сезонный абонемент, получат, соответственно, внешку, которая доступна только для владельцев годового абонемента. Помимо этого, скорее всего, дадут эмблемы, а также вы получите ящики Apex. Персонажи, имеется в виду новые, и новое оружие будут доступны абсолютно всем, то есть у нас сезонник дает исключительно косметику и не более того. Так как у нас игра все-таки бесплатная, поэтому я считаю абсолютно оправданное решение персонажи и оружие сделать бесплатными, потому что не каждый может себе купить этот сезонный пропуск, да и при том все-таки у нас бесплатный проект, правильно же? Так вот, скорее всего, те, кто купил сезонный абонемент, им будет доступ к персонажам, те, которые выходят сразу, а для остальных, как мы мучились с Каустиком. Как вы видите, цены сезонного абонемента пока нету. Когда она будет объявлена, скорее всего, ближе к марту. Среди своих знакомых, да и некоторые игроки меня спрашивали на стримах, будут ли режимы у нас в игре. Ну, на самом деле, действительно, их не хватает, да, хочется иногда просто побегать, грубо говоря, одиночкой или вдвоем. Так вот, у нас появилась на данный момент информация и об этом. Так вот, что же пишут? В ближайшем будущем игра может обзавестись двумя режимами. Об этом в Твиттере пишет Шина, занимающаяся сливом неанонсированных данных о другом проекте Fortnite. Покопавшись в файлах, Apex он обнаружил там любопытные строчки «Туман» и «Соло» мод. Информация о дате появления новых режимов пока нет. На мой взгляд, это хорошая новость, так как нужно разнообразие в игре. Помимо этого, я уже говорил ранее, что иногда хочется поиграть одиночкой. Но не забывайте тот фактор, что если вы умрете одиночкой, то вас уже никто не воскресит. Но вы, правда, можете положиться на свой скилл, и если вы положили игрока, то он не встал на колено, он именно умер. Также я думаю, что у нас появится больше крысятничества в таких режимах, потому что все-таки возможности воскреситься уже не будет. Но, как говорится, поживем, увидим. Еще надо дождаться этих режимов, и когда они выйдут, неизвестно. Но вообще новости по игре радуют. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пальцы вверх ускорят выход роликов на моем канале. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья.